Сейчас мы с вами отправимся в Австрию, в музей, который находится в городе Обердорфе. Музей, который посвящен только одной песне. Это песня Франца Грубера «Тихая ночь». Действительно, эта песня стала символом Рождества. Она создает особое настроение. Она стала гимном рождественских эмоций и переживаний. Сегодня эта песня переведена уже больше, чем на 300 языков мира. Сможете себе представить, что в каждом уголке отдаленном эта песня звучит в эти дни практически ежеминутно. Если вы, например, попадете в Японию и услышите «Шицукеки Майонаки», то точно знайте, что это «Тихая ночь», «Светлая ночь», «Мирная ночь», но в переводе, который звучит у нас традиционно на русском языке. Именно этой песней мы приглашаем вас услышать коллектив, хор мальчиков и юношей, который с этого года носит имя заслуженного и прославленного хормейстера Игоря Журавленко. Этот хор Республиканской гимназии колледжа при Белорусской государственной академии музыки. Дирижер и руководитель коллектива Павел Шепелев. «Тихая ночь». Thank you.